Начинаем наши 3 минуты французского с Алис и с Жюстин. Bonjour les filles. Bonjour. Сегодня вы узнаете, как сказать по-французски большой и маленький. У Алис маленький миньон, а у Жюстин большой миньон. Как по-французски маленький, Алис? Petit. Petit. Если это мальчик, это petit. Жюстин, как большой по-французски? Grand. А я большая. Ты большая? Ой, вот такая большая. Grande. Grande. 3 годика. 3 годика. Очень хорошо. Ты большая, тебе 3 годика. Если это девочка, то как сказать большая девочка? Как Алис? Как сказать? Grande fille. Grande fille. А если это маленькая девочка, как Жюстин? Petite fille. Petite fille. Жюстин, petite fille. Petite. Hello Kitty, petite. А где у нас grand Hello Kitty? Ну-ка, покажи grand Hello Kitty. Поищи-ка, поищи-ка. Вот, покажи ее. Grand Hello Kitty. А где у нас petite little pony? Petite Pinkie Pie. Petite. Petite. А где grand Pinkie Pie? Bonjour. Вот она, хорошо. А где у нас grand papa свин? Bonjour les enfants. Вот это. Petit. А это пути. Если это мальчик, Алис, это пути. Где у нас пути, папа свин? Ну-ка покажи. Пути. Вот. Пути. Жюстин, вот это? Petit. Вот это? Grand. Вот это? Grand. А это Pinkie Pie? Petit. Хорошо. Petit. Grand. А и вот это? Grand. Grand. А вот это? Petit. Не petit, а petit. Если это мальчик, это пути. Мальчик, это пути. А если это девочка? Да. Пути. Grand Hello Kitty. Сегодня вы узнали, как сказать по-французски большой и маленький. На этом мы заканчиваем наши 3 минуты французского. Всем пока. Au revoir, les filles. Au revoir. Банана.